качается дырявое ведро на ветру. Дома глядят пустыми черными окнами. Впрочем, кажется, в трех избах еще горит какой-то свет. Серафима Федорова. 100 лет. Маша Иванова. 100 лет. Давай назад.
назовете, маленький будет. Да нормальный. А ну, так. Еще? Дай сюда чуть-чуть. Да куда? Чё к чему? Перед смертью ты наелась, а? Сейчас. Чё? Клятвы не ела я. Ага. А вот кто выпил моё молоко-то, а? Бидон был целый. Ой, да ладно тебе. Не до этого ей. Сама вон хоть обмылась, оделась. А яму-то не выкопала, да и вообще, я, сколько себя помню, она всегда была самой юркой. И картошку копать, и окучивать. Конец мучением. Мучилась, Маша. Чушь там. Чего? Ну, с утра впряжемся в телегу и на бугорок. А сейчас, ну, а да, помянем. Пойдем. Ай да. Эх, Маша. Thank you.
теплый вино. Назад заберу. Забери. И заберу. И больше не дам, ты учти. Хо, больно надо. Он ведь у тебя вон в дырах. Где? А вот тут обо. В трех местах насчитала. Люди добрые, посмотрите на нее. Вчера кроличьи лунки. Слышь? А кто мне должен... Да ты ж мне его сама подарила! Пылами начала. Не зли меня! А то чё? Уходи, уходи. И уйду. Давай, давай. И гроб заберу. Ха, забери, забери, давай. Кандыбай. Ты посмотри, а? Да чтоб я еще раз. Да доброе дело! Да ноги моей не будет больше в этом доме! Ты гроб-то забери. Надо было тебя, заразу, прям в сортире и хоронить. Так в дерьме и лежала. Две стопочки. Чего? Две стопочки, говорю, у тебя. Где? А вон она. Ну, две. Да ничего. Я так просто спросила. В гостях, что ли, кто был? Кто? Да я уж и не знаю, кто. Две стопочки? У кого? Да у тебя. О, он, огляди. Следами натоптана. О! Топтали-то. Леснич по не заходил. Привязался. Ну, наверное, да, Леснич. Так помер он. Да. Еще позапрошло. Ну, значит,
значит, этот, как его, охотник заходил. Ну, или почтальон. О. Какой еще почтальон-то? Да черт его знает. Не знаешь, кто у тебя был? Серафима! Ты чего знаешь? Кто у тебя был-то? Да знаю я!
Потом снова налил, выпил и говорил. Но нам ли печалится, Маша? Русский солдат на то и герой, что любое чудо сварганит. Вся деревня думала, что мы на фронтах погибли, а нет! Мы смерть облапошили. Все мы, говорит, живые, вернемся на литерных поездах, все в орденах, при параде, и заново все наладим, отстроим, лучше прежнего заживем. А сейчас, говорит, собирайтесь скорее на станцию встречать нас. Мы вернемся в мае, вровень кануну победы. Все? Все. И мой? И твой. Врешь! Не могут они вернуться. Когда, говоришь, вернуться? Ну, ближе к маю. К маю. Это поди в марте, что ли? Не знаю. Сказал Иван, что вернуться, а дату не назвал. Так в марте вернуться не могут. Март уже прошел. Ну, так значит, в апреле вернуться. В апреле? Балда! Май же уже! Господи, подумай, а?
Какая Машка дрянь, а? Какие сказки завирает. Нет, я таких сказок не люблю. Так, давай, все, хватит. Давай, собирайся. Пойдем. Куда? Ну, вот опять 25. Ну, мужа твоего на станцию встречать. Так. Садись. Вот скажи, а зачем же сразу вот на станцию-то зачем, а? Так, к тому же. Так, а давай сразу в Берлин Гитлером на попутках поедем. Чё, ну то есть чем станция-то, а? Учти, мы уйдем, одна останешься. Знаешь, да лучше одной с волками, чем вот с такими соседками. Корову нам дай! Чего? Ну, у Маши ноги больные, а так до станции быстрее доберемся. Корову. Ну? Вам? Да. Тебе и Маше? Ага. Корову, да? Да. Иди отсюда. Ты все уже борзели, а? Корову! Мою Машу! Вот тебе, а не корову! Иди, иди! Для русских солдат и воновских жен. Заливает, да?
я верю. Молодые, молодых любят. По жизни. Посмотрите на себя, а? Рожи намазали, карточки взяли, разрядились как клоуны. Ой. Сима! Чё? А помнишь, как мы вот этой вот дорогой вот пантенотом мужей провожать ходили? Не помню. Да подожди, погоди, как ты не помнишь, да? Тогда были молодые, вот этой же дорогой шли, и песни пели, вот это вот. 22 июня, ровно... Да нет, ты врешь, мы не эту песню вообще пели. А какую? Да вот эту вот. Какую? Вот эту. Это что? Ну вот... Как? Ну. Тюх. Разгорелся наш утюг. Да разве эту мы пели песню-то? А какую-то? Мы тогда про границу пели. Нет, про границу. Про летчика. Про летчика, да, вот. Так пробит хвост. Пробита и машина летит. Так шестослове и на одном крыле. Ну дела, вот дела. Лица влезли. Потяну, я кому говорила?
построили. Да. Ну что, командир, команду, что делать-то дальше будем? За рельсами поплывем. Ой, поплывем, поплывем. Ну что, одурели? Поплывем, так, нет, поплывем. Это без меня. Маша, мы домой возвращаемся. Все, до свидания, Фюдерзейн. Все. Маша. Маша. Ты что творишь, Маша? Oh,
Может, рельсы от тех ключей-то происходит, а? Ой. Зря мы идем. Мертвые они. Мертвые. Ой, заладила мертвые. Ты вон глянь на своего Федора. Кабан-то какой! Помрет он, ага. Ой. А я помню, мы перед самой войной мечтали с Иваном, что умрем в один день. А теперь-то не получится, старая я, а он молодой еще будет. Ага, ты помрешь, а он бац, и на молоденькой женится. Ой, помрешь, помрешь, надоели уже. Ой, а дорога где? Ну, все, кончилось. Идти надо, опоздаем мы. Куда идти ночью в болото? Правду она говорит. Нельзя в потьмах по болоту. Тут будем ночевать. А волки? Кончай говорильню, давай. Палки ломай. О, гибло дело. Связалась я с вами. Баба-то неуемная, а? Мнет и мнет мужика. Слышь ты, замолчи, баба Болка! Сама такая. О, Тим, а к тебе же от Федора тоже привет. Просил передать, мол, говорит, обижусь страшенно, коль Серафима меня не встретит. Так и сказал. Так и сказал. А еще что? А еще просил передать, то любит тебя крепче прежнего. Да врешь ты все. Ты чё, не я... мог он такое сказать. Тима, ты чё? Да не мог и все, а тут. Да что с тобой, а?
когда детем была, любила с рыбами говорить. Вот так вот пойду к пруду, сяду, руки опущу и говорю с ними, говорю. А дайте-ка мне рыбы мужа, да доброго, хорошего. И чтобы он любил, и чтоб я любила. И чтоб детки у нас были, и чтоб мама с дядей никогда не помирали. И старуха Ильинична, и дядька Степан, и председатель наш, и коровки, и бычки, и поросята, и куры. Вот дура! Плохо просила! Скочевряжились все! Сима! А что? Разве я не права? Никого не осталось в нашей деревне! Никого! Разве ж с рыбами так говорят? С ними надо тихонько, как с Богом. И успокой меня, скажи, что это... Живые, значит. Живые. Ой, Маша, я вот все никак в толк-то не приму, а? Ну как это так? Столько лет-то прошло, сколько мы бы с мужиков-то маялись, а? А они живые вдруг. Это ж где они до сих пор-то слонялись, а? В поезде едут. До сих пор, что ли? А ты как думала? Поезд большой, солдат-то много. Бу-бу-бу, бу-бу-бу, бу-бу-бу! Надоели! Вот так! Вот так! Брешет она тебе! Брешет! А ты лопухи развесила свои! Врешь ты все! Сдохли они! Понимаешь? Давно! Понимаешь или нет? Все! Мы назад возвращаемся! Пошли, Машка! Что ж ты с карточкой-то наделала, гадина? Пошли! Злая ты, как собака, как Федя с тобой жил! Да не ваше собачье дело! На фронте героем, чем с тобой подкаблучником. А живем мы хорошо. Много песен поем на фронте. Разных песен.
Да все в основном полюбовные. Ну а что тут, да? Вот такая стервозна баба. Да, вот такая стервозна баба! А любил он тебя. Волки! 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 Машка! А что это у вас корова не доена? Так у нас ведра нету. Ну, ну так, да. Так, пойдемте. Да. Идемте, идемте. Ну, а насчет станции я вам так сообщу. Она там... вниз по реке. Ну, ее уже лет 40 как водой затопило. Ну, нет кому было идти. Да? А как же народ теперь путешествует? А, да вы что-нибудь не знаете, что ли? Здесь за 100 верст ни души. Вымер народ деревенский, вымер. А вы чем живете, промышляете? Я? Ну, я раньше. Знаете кто? Доктор! А теперь леший, о, леший его разберет. Ну вы проходите, проходите. Активнее, пусть проходим. Угу. Ой! Проходим, проходим. Пожалуйста. Что ж так делали? Что? Быстрее. Куда вы бежишь? Вот, пожалуйста, там где-то веник был. Машка! Ковшик. Мыло вам дать? А нет, спасибо, мы сами. Ну ладно. Вы тут мойтесь, отдохните, а дальше вместе пойдем, я вам станцию покажу. А вы не побрезгуете, если мы в вашей баньке коровку помоем? Хорошая коровка, чистоплотная. Да ну, да ладно, конечно, конечно. Вот лавка. Вот мочалка. Мойтесь, мойтесь. Добрый вы, дяденька. Маша, иди сюда. А может быть, вы уже начнете раздеваться? Ну, вот так вот, да. Сейчас, вот. Холодно тут у вас. Вы пойдите, дровишек, чёрт, подкиньте. Конечно. Конечно. Подкинем. Подкинем. Здесь жар такой, что окна вылетают. О, а чё так темно-то стало? Ой, тебе чё, окошко мало? Да? Так, сначала моем корову. Ага. Давай, Прасковья, возьми ковшик, там легонько подай. Ну, Маша, иди сюда. Oh!
До сих пор молоко порохом отдает. Ой, не знаю, откуда в наших краях фрицы взялись, а? Ага. А ты у Гитлера хвост видала? О, видала, и чё? А ничего. А то, что это не Гитлер был, а леший. Да ну! А вот те и ну! Много в наших краях всякой нечисти развелось. А-а-а. Да, да. Вот прознали они, что мы к мужьям идем. И давай нам палки в колеса. А нас-то голой рукой-то не возьмешь. Ну-ка, пойди сюда, Машка. Давай-ка, мотористка. Заводи свою корову! Иди! И команды, генерал! Ой, вот ты самая старшая, скажи, а? Ну за что ж наши мужики-то кровь проливали-то, а? Так за родину же! О! Чего? Ты и Машке своей кричала! За родину, Машка, за родину! А за какую? За бунтук? Или за эту? Все тебе не угодишь, а? Да куда ни гляну, тебе везде вот чего належат! Все тебе не нравится! А я давеча сон видала, будто карточку потеряла. И приходит ко мне Гришенька, плачет, говорит: что ж ты, Прошенька, меня нашла и снов потеряла, а? Нельзя их карточки терять. Пойдем, Маша. Стой! Ты чё? Ты куда с нами идёшь, а? Ты чё, Серафима, с дуба руху отстань, говорю? Нет, но мы идём мужей встречать. А ты куда? Ты чё это, а? Так ведь Гришка-то тебе не муж. А кто? Ты никто. Мы же не состояли в браке. Маш, он чё на вас говорит-то, а? Да так не скажи. Просто сожительствовали. Он тебе не муж, ты ему не жена. Вот и все. Да мы с Гришей просто так дружили. Да ладно. Уж в постель-то точно были. Не были. Да хоть разочек. Не были. Ну, значит, поцелуйчики были. Не были, мы только так за ручку ходили. Как не были? Мы 5 лет вместе ходили. А мы не успели. 5 лет? Умора. Когда Гришеньку забрали, я на станции поцеловать его хотела. А он стеснительный такой. Вот вижу, тоже хочет. А вокруг народ. Нам совестно. Вот и решили до конца войны потерпеть. А после войны мужиков стало мало. Замуж я так и не вышла. А после Гришеньки никого уже не надо. Вот так всю жизнь-то и протерпела. Да, протерпела! Я себя для любимого сохранила! Я как ты по тоскухой по сарайкам не прыгала! Кто? Да ты! Все вы! Как мужиков не стало! Все бабы!
надо было. Детей ей надо! А где же они теперь-то, а, твои дети, где? Слушай, ты, дурочка нецелованная, а? Я понял, уйди. Уйду, уйду, и сама дойду. А вы, да идите по всех к черту! Поговорим сейчас в другом месте.
стороны. Человек пробудет, как хозяин, не обьет ты родины твоей. Всюду жизнь привольна и широка, кожна волка полная течет. Молодым идти у нас дорога, старикам везде у нас почет. Стрелять, паникеров.
Может, есть последнее желание? Может, спеть вам? Спойте! Шаланды полные кефали, в Одессу Костя приводил, и все бендюжники вставали. А вы меня не помните, а? Пантино, забыли? 45-й. Вас 10 раз на просто не крутили, вот. Ну? Бабусь, да вы интересная чудачка. Да прошенька я, мне было 20. Здрасте, дружочек, расскажи дядя, что ли? Слушай, прости. Ну, расскажи, например, как ты поднял на ноги целую германскую дивизию. Пошел, молодец. Что, ребята, никто не знает, как Саша Сураймаш из пистолета стрелял? Нет, одна это мировая история. Да, интересно. Да. Интересно? Да. Прошу, Прасковья! Ну что с вами? Известно, что старость. Я не в кино жила. Прасковья, ну не представляете, как он о вас тосковал. Каждый раз, когда нас крутили, он смотрел в темный зал и искал глазами вас. Почему вы с тех пор в кино не ходили? Прошу. Прошу. Милая вы моя. Фонтан черемухой покрылся. Бульвар французский был в цвету. Наш Костя, кажется, влюбился. Кричали грузчики в порту. Об этой новости неделю везде шумели рыбаки. На свадьбу грузчики надели со страшным скрипом башмаки. Я вам не скажу за всю Одессу. Выходите за меня. Вся Одесса. Нет, ты посмотри. Че зачем мурло старое, а? Так это дело поправимое. Так ведь, Санек? Ну, есть тут одно хитрое местечко. Специально для Проши. Девичий источник прозывается. Умоешь лицо. И потом, молодая. Ну что, Проша, вы на это согласны? Нет, я другого люблю. Он, конечно, такой, не такой, как ты. На гитаре не поет. Ой, да и говорить-то толком не умеет. Но я его люблю хоть какого. Такого с войны ждала. А теперь он ко мне возвращается. Погодите, братцы, не расстреливайте нас. Вот вернутся наши мужья-герои и увидят, что их жены мертвые или старые, чего доброго. А вот хорошо, если бы их жены снова молодые, а? Братцы, ну, сделайте дело-то доброе, а? Братцы, ну что, помогите, а? Поможем женам героев? Эх, была не была. Только учтите, дело-то секретное. Вот видите, гляньте, вон там бугорок, а вот тут лощина, а налево осенний лес. Вот окажетесь в нем, увидите дерево. На дереве белка. Ну, она-то вам пути укажет. Ну, что же вы стоите-то? Бегите! Ну, только назад не оглядывайтесь. Бегите, бегите! Бегите!
я всю жизнь, когда на его рожу глядела, представляла, как он сидит на горшке. Сбылось. Ой, не все отгляйся, белка! Белка! А, белка! Кто это вас так учил отзываться? Наверное, опять эти двое? Они, видишь ли, считают, что кино точнее стреляет, чем радио. А, белка, а скажи, где тут родник для старух? А вам зачем? Так мы это, молодыми хотим быть. Ну да, мы мужья встречаем с фронта. Ваши мужья погибли давно. На всех направлениях. Белка! Я вам говорю, я не белка, я левитан, диктор. Что там? Неужто тот самый-то левитан, а? От советского информбюро. Да некогда нам твои сводки слушать. Нам мужей надо встречать. Ты помог нам, а? Давай слезай. А молочком угостите? Да, конечно. Конечно. Давай. Давай. Ну что ж, давай. Ты все. Маша, так, давайте. Хорошо? А я всю жизнь думала, что ты великан какой, а ты вон такой шипзик маленький. Ну, конечно. Как тут станешь великаном, когда вон вся страна мне в тарелку глядела? Ой, народу много, а платформа маленькая. Ой, мужики, старики, бабы. Ой, собаки, лошади, вот кто ревет, то плачет, ничего не понять. А солнце такое яркое, так их до сих пор глаза слепит. Ой, а гармонист Яшка... Парнишка такой красивый, молоденький. Ах, так на гармошке играл, а поезд стоит. Вот так вот он и сел в этот поезд. А мы за поездом-то побежали. А музыка все слышна, и поезд все дальше и дальше. А гармониста-то далеко слыхать. Три танкиста, три веселых друга. Экипаж! Перед тем, как к похоронке прийти, ой, снег-то было. А у нас дома хоть 100 лет, ну, крепкий был, на века. И вот сижу я такая, и слышу грохот, будто весь мир во враг повалился. Я выбегаю из синей. Господи, двора нету, навес рухнул. Я сижу, реву, а дядька Анисим говорит: не горюй, не беда. Беда придет, когда небо рухнет. Тут появляется почтальон. Тебе, говорит, получи. Я говорю: это что за письмо такое? Я в треугольнике была, это в конверте. А вдруг этот левитан своим ревом скажет: теперь важное сообщение для Маши, жителя села Малый Опята. Уважаемая Марья, к вам по ошибке пришла похоронка, ваш муж живой. Всю войну ждала. Да так и не дождалась. Слышь? А может, скажешь хоть сейчас, а? Ну, скажи, миленький. Ну, скажи, а, пожалуйста, ну, скажи, скажи! Внимание! Важное правительственное сообщение!
Главнокомандующий сообщает. Уважаемые вдовы Советского Союза, все ваши мужья живы. Все похоронки высланы вам по ошибке. Ваши мужья живы, слышите? Они живы! Ура! Мне дальше нельзя. А станция там, уже близко. Спасибо. Старые мы девочки.
Такие старые, что даже нас чудо не берет. Да какое тут чудо, а? Убыток один.
же дальше-то было? Ну как? Ты закончила магию? Ты кто? А ты молодец. От тоски зеленые могилы себе роешь? Вот уж не весело. Даже и я тут без слез не смогла. А ты молодец. Сказкой себя позабавила. Ванька, встань-ка, с фронта вернулся. Опять. Ну давай. Давай полезай, только с песней. Нет, я никак не пойму. Ты снова веришь, что Ванька твой с войны вернется? Вернется. Вот дура. Забыла, сколько раз ты его ждала. Японская, турецкая, финя смерть. Мне Ваню с войны встречать надо. Что, вечно его ждать собралась? Вот дура. Зачем? Не надо. Да сколько войн у вас русских было? А сколько еще будет?